Так, вот думаете, что вот эти лучше, да? А ну-ка. Как вы считаете, какие лучше? Вот эти? А вы примерьте, сейчас померяю. А мне нравится. Ну не смотри. Все, 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 не смотрю. Завтра увидишь. Не смотри, завтра. Завтра? Завтра это завтра. Все, отвернись. Все, отвернулся. А тебе звоню, у тебя будет съемка. Да, у меня съемка. А вечером что у тебя? А вечером девичник. А вы считаете, что у тебя вечером? Я с девчонками своими встречаюсь. Понятно. А ты меня встретишь, пусть они на тебя посмотрят. Какой ты у меня красавец. Обязательно встречу, конечно. Только не смотри, Вадик. Не смотрю я. Ну не я же вижу, что ты смотришь. Нет, не смотрю. Ну не смотри, пожалуйста. Я не буду, я не буду, я не буду. Держи. Посмотри, там есть эти с фотокамерами? Ну не дергайся, нет там никого. Тем более мы зашифрованы. Да? Конечно. Ну все-таки ты бы мог после меня выйти. Почему? Потому что я не хочу, чтобы раньше времени узнали. Все-таки там поклонники же мои. Ты же замуж за меня выходишь, не за поклонников. Ну все-таки. Хорошо. Хорошо? Хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Слушай, давай уедем куда-нибудь, а? На какой-нибудь остров, на необитаемый остров. На недельку хотя бы, где нет никого, ни поклонников, никого. Сейчас все брошу, поеду на необитаемый остров. Вы для меня всегда были. Скажите, что вам от меня нужно? Вот, мне просто все говорят, что мне нужен хороший композитор. Ну, как ваш. Я подумала, может, вы посоветуете, вот как бы мне. Тебя как зовут? Дина. Тут я, Аэлита. Это Аэлита. Продюсер придумал, вот. Я подумала, что, может быть, вы как-то, ну, мне. У меня очень дорогой композитор, Зина. Поэтому, да? Если ваш продюсер не в состоянии купить вам забойную песню, просто меняйте любовника, вот и все. Так я не в этом смысле, я говорю. А я именно в этом смысле, если ты не понимаешь, просто дура. Быстренько, быстренько, быстренько. Давай. Лада, солнышко, ну ты как всегда впритык. Ну что такое? А что, я сейчас? Не, сейчас этот, как его, Исидора, а потом ты. Так, друзья, все работаем, камеры, выше ручки, выше, выше, всех видно, камеры снимают. Ребят, я вас вижу, не сочкуй, пожалуйста, здесь все работают, все так стоять. На, давайте, давайте, поехали. Девочки мои. Вот так вот, молодцы. Влад, давай я сейчас вместо Исидора на сцену пойду, хорошо? Ты что, нет, конечно. Ну почему нет? Как так, почему у нас балет стоит на сцене? У нас Исидор заряжен. Ну, мне очень нужно ее молить. Ну что случится, пускай он поработает, потом ты. Ну скажи, что я раньше. Я? Ну скажи ты, что я сейчас пойду. Не, я не буду говорить, ты что, хоть сама говори, я не буду. Пожалуйста. Влад, ты что? Послушай, Исидор, чё? Приветик. Привет. А давай сейчас я пойду, а потом ты, хорошо? Ты опупелась, что ли? Да нет, просто не скажу твоей жене, с кем я тебя видела в гримерке, окей? Отлично. Сука ты. Я тебя люблю, мой хороший. Ладно. Поехали.
я следующий. Угу. Вот, по-моему, хороший. Подойдет? Да, хорошо, спасибо. Берете? Угу. Рыбка живая. Какая рыбка? Ну, рыбка. Певица. Вон она идет, идет. Девчонки, приветики. Привет. 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 Ой, привет. Красотка какая. Красотка. Ты что в очках-то? Ой, боже. Что? А тут-то? Чего там? Сейчас покажу. Смело. Хорошо. Слушай, Ладка, я не поняла, как ты его до ЗАГСа-то сумел довести? Главное — доказать мужчине серьезность его намерений. А остальное все проще. Да, по случаю твоей скорой свадьбы у твоих поклонников наступит безвременный траур. Ой, девочки, если бы узнали, как я от всего этого устала. Фамилию только не меняй. Конечно. Одно дело рыбка, другое дело Иванова. Ну да. А он Иванов? Да. А он хоть красивый? Он высокий. Соскучилась по вам. А как вы поживаете? Хреново. Ася, у тебя проблема? Не жалуюсь. Чего? Вон у Машки того тяжелее. Ася, почему? Что я? Ну, в смысле, мать-одиночка, когда? У меня все хорошо. У меня сын, работа. Твоя проблема только в том, Асенька, что ты свою задницу от своего учительского стула никак поднять не можешь. Ну, толку, вот я подниму эту задницу, что? Вот и подняла. И денег куча, и бассейн с массажем. А толку-то? Самый страшный зверь — это жаба. Ой. Погубила большую часть населения земного шара. Да я шара. Не про... Ой. Девочки, не ссорьтесь. Что толку? А у меня все в порядке. Мне никто не нужен. Я вполне самостоятельная. Я сама поступила в институт. И с мужиками на стройке кирпичи я тоже сама таскала. А то, что компания у меня, Асенька, милая, так я ее сама создала. А ты ноешь. Я не ною. Ноешь, ноешь. Ну, что я ною-то? Мне тоже от кавалеров отбоя нет. Понимаешь, все красивые, высокие и женатые. Ну, все завела. Ну, все. Прям даже вот за дядьку бы в возрасте вышла. Иностранца какого-нибудь. Ну, катила бы за границу, если бы не мама. У меня одно желание. Я замуж хочу. Как она. Просто нужно точно знать, чего ты хочешь. И тогда ты обязательно получишь. Твое тебя никогда не уйдет. Ну что? Да не видно ни хрена. Там занавески на окнах. Девочки, давайте сейчас каждый из вас опишет на листке бумаги мужчину своей мечты. Нет, подожди, я не поняла. Это как, что по пунктам все написать, что ли? Вот какой он там... Да, именно. Я уношу эту записочку с собой. И я обещаю вам, что через год все сбудется. У меня рука легкая. А почему через год? Почему не сразу? Ну, потому что сразу ничего не бывает. Есть листок бумаги? У меня просто точно. Ну вы что, серьезно, что ли? Ну правда, ну подумайте. Нет, ну понятно, что фигня. Ну какая фигня? Это не фигня. А я напишу, дай мне листочек. Что? Маш. Ну дай листочек. Ты что, тебе листочка жалко? Ну дай листочек. Дай листочек. Какая тебе разница? Чек хочешь написать? Да не проблема. Да я пожертвую для вас страницу. На, держи. Ручку нужно? Пиши. Так, ну ладно. Я хочу замуж за артиста.
Маша. А слушай, а как вот, вот этого зовут? Ну как его? О боже. Ну как? Исидор. Исидор? А он нормальный? Да нет, нормальный просто. Ну вот, хочу замуж за Исидора. Вот, написала, все видели. Только где ж я его найду? Я на богемных тусовках не бываю. А это не твоя забота. Ася, пиши. А я сейчас напишу. Пиши, пиши. Я напишу. Угу. Ася. Интеллигентный иностранец. 45 лет. Бред. Да, бред. На. Что это? Анинка не пишет, боится, что мы сейчас все увидим, как она напишет какой-нибудь принц. Нет. Принц мне по возрасту не подходит. Мне нужен король. Не меньше. Чтобы был равный мне во всем. Богатый. Да почему богатый, Мася? Да ерунда все это. Я хочу быть счастливой, понимаешь? Хочу, чтобы меня любили. Ну и я тоже. А где ты такого найдешь? Что? Где ты такого найдешь? Не знаю. Но ты же нашла своего Вадима. Ну, девочки, Вадим у меня такой один, таких не бывает. Вот. Ну, пиши, правда, не будет. Ну, что писать-то? Вдруг сбудется. Потом она тебе должна. Кто кого с кем познакомил? Ты ее. Пиши, пиши. Ну, что я буду писать? Пиши. Что? Ну, что? Ну, пиши, король. Пиши, как ты сказала. Король? Король. Ну, ты ж бред. Хорошо. Король. Все? И подпиши Нина. А, ну да. Нина. Кошмар. На, держи свой листок. Хрень какая-то. Все, девчонки, мне пора. Я жду вас завтра к себе. На свадьбу. Не забудьте паспорта, хорошо? Что, так серьезно все? Да, потому что я боюсь папарацци, чужих людей. Все, девочки, я вас люблю, целую. Пока. Пока. До завтра. Пока. Ой. Очки одели бы? Да, ну, у меня глаза устали. Надо было мне 40 лет написать. Влада Владимировна, подождите секунду. Я машинку. Какая беру. Машина? Меня Вадим ждет. Ты что, ты здесь-то сидишь? Туда иди!
Этого не может быть. Этого не может быть. Этого не может быть. Успокойся. Ладушка, успокойся. Мама. Это несправедливо. Почему я? Девочка. Скажи мне, почему я? Мама. Успокойся. Успокойся, Ладушка, успокойся. Я ничего не успела, мам. Ну что ты могла успеть? Я так много хотела успеть. Что ты хотела успеть? Я так много хотела успеть. Я так много хотела сделать, мам. Мамочка. А что у тебя в руке? Работаете? Да, работаем. Ну и как он? Так, вроде держится. А как там? На самом деле, кто его знает? Вообще все как-то... как-то нелепо получилось. Даже не верится, что уже год прошел. Как год? Год? Да. Ну, хорошо. Спасибо, что подвезла. Да перестань ты. Пока. Пока. Привет, Миша. Привет. Ну что, как вы? Нормально. Спит. В 20:30 уложил. А-а-а. Все, спит. Молодцы. Ага. Ели-то чего? Сашка борщ не стал. Я кашу сварил. Хорошо. Чтоб я без тебя делал. Да ладно, че. Спи, мой хороший. Спи. Сам-то ел? Да, борщ, бутерброд. Спасибо. Иди домой. Ну ладно. Выспись хоть немного. Да ерунда. Давай до завтра. Пока-пока. Ну, давай, да, давай. Давай.
Хороший парень этот Миша. Понятно. Не наш формат. Нам нужен Исидор. Да никто не знает, что у него там было. Пойди спроси у него. Хочешь? Да я о том же, да. Может быть, может быть. Явилась, не запылилась. Да. Ты на часы смотрел, который час? Да, ой, я ей говорю. Про часы. Пять часов утра. Я ей время подсказываю. Алина Михайловна, как всегда. Ты-то чего молчишь? М? Мам, мне 35 лет. Уже. Слышала, да? Выросла девочка. Вот замуж выйдешь тогда и... А пока... Не знаю. Да. Угу. Выйдешь с тобой. Мне даже встречаться негде. И не с кем. Безнадега. Кошмар. Ужас. Ты кого мне заказывала ты год назад? Забыла? Так, кто же это был-то? Иностранец? 45 лет? Интеллигентный. А ты не передумала? Господи, хоть бы с границы от тебя сбежать, что ли? Ну, не плачь. Я что-нибудь придумаю. Угу. Скоро Новый год. Ой, мам, скоро Новый год! Знаю, Новый год скоро. Ёлку-то искусственную. Угу. И Дед Мороз позовем. Пани. Спасибо. Вы смарагд, пани. Пани. Может, пани подскажет вот этот адрес? Подержите. Ой, это очень далеко. Как вас сюда занесло? Да, но мне же сказали, что улица Пшоркина, то есть тут. Улица Пшоркина – это вот это. А у вас написано Прошкина. Тут даже телефон не нашего района. Улица майора Прошкина – это почти пригород. Далеко. Ушко, да. Жаль, там же я мой учитель. Я тоже учитель. Ой, сочувствую. Ладно, буду ловить такси. Но... Всего хорошего. С Новым годом. С новым счастьем. Ася. Ася, ты что, дура, что ли? Пани! Пани! Поехали, поехали скорее. Так, давайте бокалы. Ой, бокал. Сейчас, мам. Вау, вау, я правильно говорю? Ася, держи, держи, красавица ты наша. Хорошо, что успели. Будем здоровы, конечно. Новым годом, с Новым годом. Спасибо. Спасибо, и вас. О, хорошо, хорошо. Так, Валдок, раздевайтесь. Раздевайтесь, Валдок. Да, раздевайтесь. Давайте. Мишку дайте. Вал, не Валдис, а Валдис. Вау, вау. А, Польша, что ли? Так,
Полоска. Дружба народа. Так, наливай. А откуда вы с Польши? Я... Где вы живете? Варшава. А я в водочке. Красивый город. Тебе тоже. Адрецкий, вот к маме, а? Добже. Вот сюда. Ничего. Все будет хорошо. Да ничего страшного, ерунда какая. Могла быть хуже. Ну так что, мы будем пить или мы будем есть? Девочки, ну что вы сидите, как на выставке? Деньку, а? Так, водочки или... Ну, нет, так, что-то мне стало человек. Наливай себе. А я себе уже налил. Давайте. Водички... О, Валдек! Минеральной водички. А как у вас там жизнь? Нет, ну, Валдек, ну правда. Колхозы еще есть или нет? Валдек, ты... Чего? Какие колхозы? Ну, я ж не знаю. У нас же теперь фермерские хозяйства. А у вас? Это Асенькин инструмент. С 4 лет она занимается музыкой. У нее абсолютный слух. Мама, Вальдек, ну что ты стесняешься? Ну, понимаете? Понимаете? Это же правда. Она стихи пишет. Да. Умница. Красавица. А вы играете? Асенька наша, да? Так, немножко. Я прошу прощения за свое вторжение, но я готов. Да. Я к тебе же всегда реабилитироваться. Готов. Пани дозволит? Конечно. Ну, конечно. Конечно. Вальдек, это Асенькин инструмент. Мам, уже поняли, да? Мам, что это поняли. Мой? Да, мам. Замечательно. Еще по одной. Кто со мной? Вот, садитесь, стул. Садитесь. Да, садитесь. Еще шампанского. Ну, хорошо, с удовольствием. Так, давайте бокал. Ася, не пропускай. Откуда? Тебе чего налить? Не знаю. Уже интересно. Зато интеллигентный иностранец. Кто это? Хорошо играю, не знаю. Кто? Хорошо. На улице нашла. Устраивает? Она его на улице нашла. Чего ты опять надрался, а? Ты урод. Ты же никому больше не нужен будешь. И где твой голос, а? Голос твой где? Мой голос во мне, блин, понял? Так, кажется, я чего-то пропустила. Слушай, Варвара. Чего ты добиваешься? Ты хочешь, чтобы я встал и ушел? Ты с кем останешься? Сколько тебе лет без твоих подтяжек? А кто делал
Блефоропластику. Блефоропластику ты делал, а? Ты говорил, я веки подтягивал. Ты это своей домработнице можешь рассказывать, понятно? Да ты всю морду по кругу пересинула. Грубо. Грубо. У тебя даже рот не закрывается. Чего ты улыбаешься? Ну, чего ты улыбаешься? Я что, тебе мальчик, что ли? Я что, тебе щенок, что ли? Карваны, а? Вот сейчас встану и уйду. Понятно? С кем ты останешься? Ну? Ну? Чего ты ждешь? Давай, шуруй. Давай, давай. Давай. Вставай. Пожалуйста. А это... Что, шампанское возьми? Да. Я возьму. Погнали. Извини. С Новым годом, Варвара! Новый год настает, он приносит. С праздничком, гражданин начальник. С праздничком. Ну и в лесу родилась елочка. В лесу она росла. Зачем ты его вообще впустила? Хоть Новый год в тепле встретит. Во, мать Тереза. Праздник. Вот именно что праздник. Ну, раз праздник, то... Чего это с тобой? Чего? А что со мной? Ты... Тушь потекла, да? Да нет. Ну, чего, скажи. Нет. Не знаю. Ну, прическа новая, да? Да нет, я видел прическу. Ну, Миш, ну... А, не... а я уши проколола, да? Чего? Я думал, бровь выщипала. Ты дурак. Ну, ладно, давай. Да, давай за Новый год. И, в общем, я тебе желаю, ну, в новом году, чтобы... Чтобы тебя, ну, все твои же... Ноги выше. О, Господи. По чуть-чуть. Вот. С Новым годом. Принимай подарочку. Ну, а до вытрезвителя не могли довезти, да? Ну, так это далеко отсюда. Минут 15 топать. А мы тоже шампанского хотим. Тепла. Душевного. О, так что этот принц пускай тут переночует. А вы его по-быстренькому оформляйте, да. И в обезьянник. Где вы такого нашли-то его? Да не мы, гаишники. Дрался, ругался, документов нет. Пойдем, личность неизвестная. Ладно, я хорошо, пусть проспится, я... завтра разберемся, Миш. Согрелся, подкрепился. Спасибо. Пойду, помогу. Я тебя не понимаю, подруга. Я старалась. Ты что, не видишь, кого я к тебе привела? М? Ты раскрой глаза. Пошире. Не будь тормозом, как Асика. Лесом попрощу. Вы не знаете, кто я. Вы просто не знаете, кто я. Вы все серая масса. Недостойная вытирать пыль с моих ботинок. Вы просто... Слушайте, это же ты кто? Ну, туфель. Ну, моя лика от него стонет прямо. Не знаю. Кто за алкаш, а? Вы не знаете, кто я такой. Попроси. Я... Ну и куда ему теперь? Ну, давайте его к нам. На диван.
Это же я! Ну что, погнали на диванчик. Давай, поднимаемся. Давай. Задох, не попал. Ручки, заткнись. Да, вот на диван. Аккуратно. Ваше? Ага. Спасибо. Еще мой отец. Мы действуем глобально. Работая через московское и белградское представительство. Господин Вильянович, мы обязательно будем сотрудничать. Ну, я не сомневаюсь. Семья – символ традиции и порядочности. Мы – яркий пример семейного бизнеса. Кстати, мой старший брат возглавляет белградское представительство, а я – московское. По-моему, это то, что нужно. Это то, что ты хотела. Равный тебе. А главное, ты ему нравишься. Замечательный вечер, не правда ли? Да. Да. Ты сегодня замечательно выглядишь. Спасибо. Ну, чего идет, ты? Идет. С Новым годом. Идет, ну, с Новым годом. Я же жду тебя. Ну, иду. С Новым годом. Привет. Привет. Я слышал, у тебя проблемы со службой безопасности. Хочешь, могу помочь? Да нет, не надо. Я свои проблемы сама решу. Спасибо. Как знаешь. Угу. Слушай, у меня оригинальное предложение. Может, потанцуем?
Да я уже лет 100 не танцевал. Понятно. Может, в ресторан сходим? Мы уже в ресторане. Да. Тогда, может быть... Зоопарк? Зоопарк. Смешно. Ну, я пошел. Иди. Пока. Пока. Нин. С Новым годом. С Новым годом. Ты услышь меня, под окном старьё. Да, милиция. Я с гитарою в ромашке спрятались. Девушка, я вас не слышу. Помяли лютики. Суд подавать. Ты меня сейчас завянешь, лютики метлятые. Радио твое туши, иначе вылетишь на свободу в 3 минуты. Ты меня понял? Полымый мой, кто будет? Пушки? Да. Полымый мой. Просто тебя перемывать. Вот кто-то мне цветами говорит. А ты какие цветы любишь? Ты какие? Кто влюблен, кто влюблен? Цветы, говорю, какие тебе нравятся? Ой. Орхидеи. Расцвели. Орхидеи. О, боже! Ущипните меня! Здравствуйте. А где моя... Ой, здравствуйте, Мария! А я вот пришел объявить вам, так сказать, благодарность за то, что... Вы не бросили меня в Новый год и подобрали, так сказать... Вот. Да это не я, это ребята. Ну да. Ну а вы все-таки не дали мне позорно валяться на нарах в такой вечер. В общем, вы понимаете, ее глаза, ее доброта. Это просто вот самое яркое впечатление за последнее время. И я вот, вот... А как же их вам передать-то? А можно я к вам туда войду? Можно? Нет, нельзя. Не положено? Не положено. А автограф можно? Ну, конечно. Поддержите. Да. А мне автограф. Вот спасибо. Скажите, а я не могу все-таки с дамой поговорить, а? А? Ага. Букетик, пожалуйста. Да. А я вот вам... Да, сейчас, извини, сейчас. Открою. Открыл? Это вам. Спасибо. Дело в том, что я пришел к вам еще и по делу. Я просто подумал, что вы, как милиционер, должны знать, что у вас творится на рынке жилья. Вот. Что-что? Ну, понимаете, дело в том, что у меня сложились кое-какие обстоятельства. Мне просто негде жить, и мне нужна квартира. Я подумал, что, может быть, вы мне ее сдадите? А, ну, у меня нет лишней квартиры. Да мне достаточно будет комнаты или просто угол.
Да я не одна живу. Так это вот этот... Это ваш муж, да? Какой муж? Ну... А Мишка-то, да нет, он... Да какой он муж-то? Не муж, да? У меня нет мужа. Ну, а тогда мы, может быть, поженимся. Маш. Маш. Ну что? Ну, ты согласилась? Да нет еще. Я сказала, что мне нужно подумать. Нет, слушай, я не понимаю. Собирается выйти замуж вообще неизвестно за кого. Как это неизвестно за кого? Что значит неизвестно за кого? Да его вся страна знает. Богема. Маш, а у вас уже было? Ну? Ну? Ну нет, да ладно. Да ладно. Слушай, девчонки, подождите, он, кажется, женат, нет? Нет, сейчас нет. Он ушел от жены. Ушел, ты уверена? Ну да. Думаешь, врет? А тебе какое дело? Ой, Маш. А не разводит тебя этот твой артист? Угу. Ладка. Что, Ладка? Что? Что? А вы помните, что мы на бумажке желания писали? Чего мы писали? Ну, мы все загадали, и я, и ты, Ася. Девчонки, да бросьте вы. Ася. Ленечка, да? Принеси нам водочки, пожалуйста. Нет, ну я-то иностранца загадала. Ну, кого ты загадала? Балдок. Его зовут Валдек. Он из Польши. Композитор. Алло. Вадим. Привет. Слушай, я тебе позже перезвоню, хорошо? Угу. Спасибо, пока. Какой Вадим? Вадим. Это Вадим, который? Да, Вадим. Ася, скажи хоть ты. Ой, нет. Да иди ты. Но нас вообще-то...
ваша пунктуальность, мадам. Мадемуазель. Ой, спасибо. Не стоит благодарности. Сведет с ума кого угодно. А что, давно ждете? Давно ждете? Я уже почти айсберг. Бедный, но я не виновата. Вот сколько времени на ваших часах? А на моих вот. Ася, ну это какой-то детский ясель. Детский сад. Точно. Жжешь, как маленькая девочка. Почему я всеми оправдываюсь? Волдок, не обижайте, ну, пожалуйста, правда. У меня сначала были дополнительные занятия с ребятами, а потом кружок стихосложения. Кружок чего? Ну, мы пишем стихи с ними. Какие стихи? Хорошие. О природе, о погоде, о любви. Ну, вот одно, например. Заплету, заплету в узор свою дорогу. Расстояния больше нет, и слава Богу, тают медленно мои города. Шелковая тень, одно желание, небо напрокат. Всем до свидания. Шепчу без конца ветра голоса. И кто это написал? Девочка одна. Мне надо к тебе срочно. А в каком смысле, Валдек? Шибче, шибче, скорее, скорее. Нет, подождите, я не могу так быстро. Нет, но... Тебе придется учиться. Ну, почему это? Подстраиваться под меня. Ой, не, ну, слушайте, почему я должна под вас подстраиваться, а? Боже мой, что ж такое-то, а? Слушайте... Потому слушайте. Что ты выходишь за меня замуж и уезжаешь за мной. Как ты говорила? Что? Стихи, стихи повтори. Про милость, про любовь. Заплету в узор свою дорогу. Я заплету в узор свою дорогу. Зачем тебе? Так. А? Что я искал. Асенька, кто это написал? Я. Ми. То есть, ай. Честное слово. Ты выйдешь за меня замуж.
Те же и мама. Вечер добрый, пани Алина. Здрасте. Мам, мне Валдо предложение сделал. Хорошо. Извини. Мам! Мама! Ничего, разберутся. Да-да. Разберутся. Здравствуйте. Я всегда восхищался вашей пунктуальностью. Спасибо.
Прошу. Спасибо. Как вам здесь? Ну, вполне уютно. Я рад. Как-то все неожиданно, чем я обязана. Да. Мы же с вами партнеры, Нина Витальевна. Неужели мы не можем встретиться и просто так посидеть? Конечно, можем, но я так поняла, что… Да. Вы все правильно поняли. У меня к вам есть одно предложение. Я вас слушаю. Простите. Я вас правильно поняла? Мы деловые люди, госпожа Павлова. Наш брак и слияние наших фирм практически не оставят возможности нашим конкурентам. У вас будет все. А чего же, по-вашему, мне не хватает? Власти. У нас с вами будет неограниченное влияние и приоритет на рынке недвижимости в вашей стране. Но это слова для прессы. Хотите проще? Хочу. Почему? Я вас не люблю. И вы меня тоже. Но это не повод мне отказать. Браки по любви заключаются на небесах, а браки по расчету в нотариальных конторах. Вот и вся разница. Но тогда я скажу точнее. Я люблю. Но не вас. Это повод? Я тебе его не отдам, поняла? Я не знаю, что я сделаю, но ты его не получишь. Ну что ж, очень жаль. Очень. Сердце мое разбито. Ну, я думаю, что вы очень скоро сможете его излечить. Оставьте. Это подарок. Но это слишком дорогой подарок. Я не мелочен. Маленький сувенир. Я прошу вас принять его от меня просто как от делового партнера. Ну, если только как от делового партнера. Вот и замечательно. У меня к вам есть еще одно предложение. Есть свободная земля. Ее можно приобрести. А почему вы не можете ее приобрести? Я же иностранец. Стоять!
ты мань даешь? Это же моя поклонница. Ну ты что, дура, что ли, совсем? Машину останови. Стоп, 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 все, все, ну я оговорился. Маш, ну понимаешь, мне не каждый день у меня перед глазами пистолета Маши машут. Ну я испугался. У меня не было пистолета. Да? Мне да. показалось. А эти поклонницы, между прочим, могли тебя растоптать вместе с твоей охраной. Ну перестань. Или разорвать. Перестань. Вот скажи мне, почему ты ходишь через служебку? А как мне еще ходить-то? Как-нибудь. Как простые люди, смертные, ходят через парадный ход. Ну, одеться как-то поприличнее. А чем тебе не нравится моя одежда? Ну, загримироваться. Усы, шляпа, не знаю. Да ладно, ты сама вон в форме ходишь. А я с работы. Ага, да. Рассказывай. Не успел переодеться? Рассказывай. И вообще. У меня сегодня день рождения. Да ладно! А что ж ты молчала-то? Happy birthday to you! Happy birthday to... Давай в ресторан! Мой, ты знаешь! Я тебя поздравляю, Маня! Шампанского! Слушай, Мань, а ты знаешь, у меня идея родилась. А давай ты у меня работать будешь, а? Кем? Костюмершей? Почему костюмершей? Почему костюмершей обижаешь начальником охраны? А что это прикольно? Тёлка охранник. Прости. Леди охранник, ну что это прикольно звучит, ну? Ну да, да. Да, только когда я сына воспитывать буду. А что его воспитывать-то? А няньки-то на что, ну? Извини, я что-то как-то хочу напиться и не могу. Может, лучше вспомнить, что ты живой? А что ты говорила про участки,
Неважно. Да, есть участок. Нормальный, хороший участок. Принадлежит некоему Машковичу. В общем, планирую там дома 3 построить и... А почему он сам не строится? Кто? А... Да, женится. На фотомодели и, видимо, за кордон. Странная какая-то история, странный подарок. Ты проверь его. Если хочешь, я проверю. Не надо. Я сама разберусь. Только не обижайся, ладно? Это мое дело. Как знаешь. Вадим. Идем домой. Ну? Что ты здесь забыл? Пойду я, наверное. Что-то забыл? Не хочется уходить. Нет, тебя никто не гонит. Хочешь, оставайся, я тебе здесь постелю.
Почему мне так больно, мама? Почему мне так больно? Ты любишь девочек. И ненавижу их, этих моих счастливых живых подруг. Я ничего не могу сделать. От меня ничего не зависит, я же вижу. От меня ничего не зависит, мама. Ничего. Я хочу уйти. Я хочу уйти. Санёк, давай быстрее. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Опергруппа на выезд. Давай. Мусь, ну что ты нервничаешь? Нет. Ну все обойдется. Ну. Привет. Привет. Я тебя внизу жду. Привет, малыш, как ты? Миш, вы поезжайте без меня, я скоро буду на работе. Я сама доберусь, ладно? Я застегну. Документы предъяви. Миш, ты что, не выспался? Ты кто такой-то? Я говорю, документы предъяви. Миша! Документы. Миш. Перебьешься. Миш, ты что себе позволяешь? Ты мне кто? Мама, папа? Да. Да я-то тебе никто. Зато у тебя вон сын есть, который полночи учил стихотворение для тебя, чтобы тебя с днем рождения поздравить. Господи, сантимент какой. Ничего, завтра поздравит. Ничего с ним не случится. Ты что делаешь? Исидор. Саш. Классно ты ему врезал. Ты думаешь? Думаю, нокдаун. Ладно, поехали, а то в садик опоздаем. Давай, садись. На, держи. Держу. Нокдаун не нокаут. Что это у вас? Уйди отсюда! Чего это? Где ты был-то? Где я был? Здесь. Иди сюда. Дверь открой. Открывай дверь. Как дал бы тебе. Какие планы на сегодня? У тебя есть предложение? Кино, театр, ресторан. Дай мне сумочку, пожалуйста. Прости. Не надо, я сама. Ух ты. А что такое? Давай сюда. Ну, отдай. Ну, что это? Ну, отдай. Сувенир. Сувенир от Вильяновича, ну давай. Ничего себе сувенир.
Он сделал мне предложение, я отказала. Ну все. Ну все. Колечко присвоил. Слушай, я не девочка. Я взрослый, самостоятельный человек. Но можно я как-то сама буду принимать решение, от кого мне принимать подарки и какие? Можно? По-моему, ты меня с кем-то перепутал, нет? С кем я тебя перепутал? Ты меня сегодня рыбкой назвал, а я не рыбка. Где это у меня? Сейчас. Пан Валдов, здесь куриные котлетки, свежий салатик и хлебушек. Мам, зачем это все, мам? А ты голодать собираешься в поезде, а пан Валдов есть захочет, правильно, пан Валдов? Вагон-ресторан, а вот вагон, вагон-ресторан, послушай, о чем она говорит. Это не одна особенность тратить деньги, транжирить чужие особенно. Цены не знает совершенно. Муж, пожалуйста. Ее там покрепче как-то держите. Добре, пани Алина. Три раза в день, горячая, да? А, присесть на дорожку, Ася, обязательно присесть на дорожку. Ася! Куда я это? Где это? А, вот. Мам, мам, вставай, мам, мам, машина внизу, опоздаем, такси ждет. Так. Так. Я на вокзал не поеду, вы сами, хорошо? Почему? Вы сами. Долгие проводы, лишние слезы. А я к вам на свадьбу приеду. Правильно? Я на свадьбу приеду. Пан Валдок, я вас очень прошу, вы, пожалуйста, с потомством не затягивайте. Мы с вами люди не молодые, вы сами понимаете, вы меня прекрасно понимаете. А что, я сказала правду, пан Валдок меня понимает, мы не молодые люди. Мы будем стараться, правда, Ася? Очень хорошо. Целую ручки. Пожалуйста, да. Ну, все в порядке, все в порядке. Будь умницей. Все, побыстрее. Давайте. Ничего не забыли? Билеты, паспорт, сумка. Сейчас, не переступай. Все, я сама через пару. Да, давай. Все, быстро. Все, пока. А, все, целую. Валды, берегите ее, а то она у нас девушка нежная. Понятно? Я буду стараться. Ну, что ты плачешь? Ну, чего ты? Да ладно, ты же замуж выходишь, радоваться надо. Асенька, пора. До видения, пани. Господи, я не знаю, чего говорить. До скорого свидания. Да, пока, моя хорошая, пока. Ты только звони, хорошо? Давай. Ася, звони, ладно? Валды. До свидания. Ну, все нормально будет, все, хватит. Ну все, иди. Пойдем. Сейчас. Заберем. Твой чемодан. Попросим чаю. Ой, ты документы не забыл? Ты такая рассеянная. Ай, ты моя маленькая, любимая девочка. Никуда я не поеду, Валдок. Что случилось? Ты обиделась? Да нет, не обиделась я. Это связано с мамой? Да при чем здесь мама? Прости. Ты очень хороший, правда. Но я...
Настя. Ты-то как? Да все хорошо. Я новую сделку заключила, землю купила, кредит в банке взяла, 2 16-этажных дома строю. В общем, все хорошо. А у тебя всегда все хорошо. Ну да. Я же сказала, тебе больше не звони. Вадим, это смешно, ну правда, я даже слышать это не хочу, Вадим. Но при чем здесь Вильянович? Слушай, мы взрослые люди. Все. А что смотришь? Все отлично, иди садись. Ты посмотри. Чего? Аська. Это же Аська. А что случилось? Ась. Ась, ты чего? Ничего себе. Поехали. Ага. Господин Вильянович? Я. Я надеюсь, вы получили хорошие комиссионные за то, что подставили своего основного конкурента. Что вы имеете в виду? Ну, это же вы уговорили Нину приобрести землю у некого Машковича. Да, ну и что? Это была честная сделка, я их просто познакомил. Но вы же прекрасно знаете, что Машкович банкрот. 2 месяца назад. Все его имущество было арестовано. Сделка недействительна. Но я действительно не знал, что оно недействительно. Да бросьте, вы забыли, что все телефонные разговоры в вашей фирме записываются? Придержите информацию в решении суда. Хотя бы на пару недель. Удастся на больший срок, плачу вдвойне. Это фальсификация и шантаж. Расскажете об этом в суде. Всего хорошего. У нас небольшие проблемы. Да, Аська. А я уж было подумала, что ты у нас самая умная, а ты... Такая же дура, как и вы. Да, Рита, я слушаю тебя. Нина Витальевна, у нас ЧП. Что? Принесли постановление суда. Земля, которую вы купили, была арестована за долги прежнего владельца. И строитель
строительство остановлено. Как? Вы слышите, Нина Витальевна? Спокойно, Рита. Что? Рита, успокойся. Что делать, Нина Витальевна? Так, все, хватит, без паники. Все, я успокоилась. Успокоилась, молодец. Теперь слушай меня. Выйди и скажи сотрудникам, что сегодня сокращенный рабочий день. В честь чего? В честь... Я не знаю, что там на календаре сегодня. Не знаю, день животовода. Пусть на дачу едут. Не знаю. Ну все, мы справимся, да? Да, я понимаю. Да? Да. Ну все, давай, Рит, давай. Хорошо. До связи. Хорошо. Угу. Что случилось? Ничего особенного. Просто я в заднице. В полной. Это что значит? Это значит, что я банкрот. И Вадим был прав. Мой замечательный женишок Вилянович решил мне отомстить. Ладно. Сейчас пойду. Из багажника тросик буксировочный достану. Господи, зачем? Вешаться буду. Мне этого еще не хватало. Спокойно. Черт побери. Ну что ты будешь делать? Ну видел. Видел вообще. А ты посмотри, кто заработал. Эй, девушка, барышня! Я не понял юмора. Чего? Куда она пошла? Сейчас разберемся. Прошу, куда она пошла? Я не понял. Самостоятельно. Да возьми ж ты трубку-то. Зачем она тебе? Ты мой. Мой, слышишь? Возьми трубку. Вадим, ты слышишь меня? Да, алло, я слушаю. Вадим? Да, это я. Кто это? Меня попросили вам позвонить. Нина Витальевна попала в аварию. Как в аварию? Только что. Все очень серьезно. А где она? В больнице. В какой больнице? Я тебя не пущу. Thank you.
я из тебя уйдет? Какой Сидор? Нет никакого Сидора. Девочка, не мальчик, но... А ну-ка, дай-ка поцелую тебя. Спасибо. Поздравляю. Вадим. Молодец. Молодец. Ой, я хочу к Нинке. Молодец. Подожди. Пока никто не видит. Ася. Куда ты пошла? Ася. Слушай, а можно туда? Подожди. Куда вы пошли? Эй, Миш, ты куда идешь-то? Туда. Ты-то куда пошел? Куда? Они то, что туда пошли. Ну, они пошли, а ты-то куда? Ты-то куда пошел? Так они же пошли туда. Ну, а ты-то чего идешь туда? Я посмотреть пошел. Че тебе смотреть-то там? Ну, а что они туда пошли? Ну, иди посмотри. Ну, я не пойду сейчас смотреть уже. Куда я пойду? А что хотел-то?